Один из корпусов Брестской детской областной больницы превратился в большую строительную площадку. Масштабная реконструкция развернулась в корпусе номер один. Основные работы здесь уже завершены. Остались отделочная, а также установка мебели. Вместе с работниками строительного треста номер 8, которых порядка 150 человек, на объекте трудятся представители студенческого отряда «Волод» Брестского политехнического колледжа. Перед входом на практику нам предложили зайти в стройотряд, которым был основан, и отправить нас на Брестскую областную больницу. В этом нам помог строительный трест номер 8, он согласился принять нас на работу и помочь в строительстве данного объекта. То есть мы в этом очень благодарны. То есть на этом объекте мы получаем очень хороший опыт. То есть мы знакомимся с новыми людьми, с новыми работами. Ребята с детства в качестве подсобных рабочих, плиточников, облицовщиков, плотников, маляров. Для них это реальная возможность применить свои знания на практике, так сказать, поучиться у старших, более опытных. В колледже нам давали более теоретический материал, и куда мы сюда пришли, мы как бы не знали, как механически руками это делать, в принципе. Нам бригадир показывал наглядно, как это делать, мы старались понять, понаучиться. И сейчас уже прошел месяц, и мы гораздо быстрее работаем, и корректнее, красивее все выглядит наша работа. Практика, когда учащиеся интегрируются в реальный производственный процесс, хорошо себя зарекомендовала. Необходимость велика, так как это подрастающее поколение, которому нужна непосредственная практика на строительных объектах, а не только в лабораториях и кабинетах в рамках учебного заведения. Поэтому всячески помогаем, идем навстречу, подсказываем в каких-то моментах. Есть старшие коллеги, которые более квалифицированные, более высоким разрядом, постоянно подсказывают, помогают, подучивают. Трудовой семестр был официально открыт в мае, но ребята могут трудоустраиваться круглогодично. Сейчас в Брестской области трудятся около 58 студенческих отрядов, в составе которых входят порядка 700 ребят. Профили работы – строительные, сервисные, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, производственные, экологические. В феврале месяце каждого года мы масштабно стартуем с промо-проектом «Выбираем студотряд», где каждое учреждение образования проводит данные промо-проекты. Мы со своей стороны, как областная организация, тоже участвуем в этом, где рассказываем учащимся, студентам о возможности трудоустроиться. И в ходе проведения этой промо-акции они имеют возможность заполнить анкету на трудоустройство, согласно которой мы уже формируем далее списки желающих трудоустроиться. Данную анкету можно заполнить как и в электронном виде через чат-бот в Телеграме, так и в бумажном виде. На данный момент в Брестской области заполнено порядка 4000 анкет желающих трудоустроиться. Всего же в этом году планируется трудоустроить в рамках студенческого движения порядка 5000 парней и девушек.